большинства женщин есть эта плохая привычка, которая ведет к поплывшему овалу лица. Женщины тратят деньги на косметологов. Женщины терпят болевые процедуры, альтеру или какие-то уколы. Женщины делают упражнения, но овал лица продолжает плыть. Потому что каждый день, капля по капле, ты делаешь одно и то же, что ведет к поплывшему овалу лица. Я сейчас скажу, что это, но, пожалуйста, не пугайся. Все это можно исправить. Сжатие зубов. Я сейчас не про прием пищи, а ночью спишь, зубы сжало. Кто-то ночью скрипит зубами. А если еще жвачку постоянно жуешь? Или злишься на кого-то, не можешь сказать и сжимаешь зубы. Или даже сейчас, в обычной жизни, твои зубы сомкнуты полностью. Этими привычками ты уводишь жевательную мышцу в гипертонус, она сжимается, выталкивает все ткани вниз и вперед. И решение здесь против поплывшего овала лица ежедневно правильно прорабатывать жевательную мышцу. Хотите избавиться от нежелательных возрастных изменений, но не знаете как? Приходите на мой бесплатный мастер-класс, и вы получите пошаговый план, как вернуть молодость лицу и привести тело в порядок. Ссылка для регистрации в комментариях к видео.